Кира, ты здесь? Ну это, конечно, нечто. Ощущение, что мы смотрим кино. Какой-то Титаник буквально. Да, уж это точно. Да, это один из самых больших. Интересно, а вот, вот где белый корпус, там тоже огни, то есть какие-то каюты, что ли, там? Или это служебные? Потому что как это, на Титанике третий класс. И поплыл в Канаду. Сначала в Мэн зайдет, потом в Канаду. Знаешь, вот грязи уже нет. Вот он такой. Не пробудил. Да, Рось, стоило ждать-то. Там почему-то и часть не горит, вот таких вот как бы кают, не кают, отсеков, что ли. Вот видишь, в первом ряду последние два или три не горят, да, потом два горят, потом не горит. Следующий ряд два горят, один не горит, два горит, один не горит. К сожалению, освещенность. Естественно, света мало, поэтому очень такое видео. Ну что я могу сделать? Надо этот проводить. Ну, счастливого плавания. Вот еще один. Вот какой-то торговый контейнеровоз или что-то, да? Мне скоро закончится план. В смысле, память. Потому что, понимаешь, очень темно. Я его не буду подробно снимать. Просто вот то, что есть, снимаю. Это мы находимся около форта. Корабли к строителю Дональду Маккею, да, которого мы наконец выучили. Рыбаки, здесь такой большой парк. А это вот такой пирс для рыбаков. Все еще снимает. Это тоже разворачивается. Да? Здоровый тоже чувствует. Ну хорошо, тот, который первый круизный, был по размеру больше. Больше? Все равно больше? Да? Да, большой штук. Ну ладно. Проверим, как тут себя чувствует. Это уже немножко другой бок нам показался, да, Рось? Он пройдет мимо вот этих островов, которые мы видим. Фактически он здесь разворачивается на 180 градусов, да, Рось? Да, темно очень. И потом вот туда пойдет, за тот остров, вот там, где огни, он за ним пройдет. Ну все, да? Закончим на этом? Еще раз форт сниму.